В крае празднуют День архитектора Кубани. Этот профессиональный праздник в нашем регионе отмечают уже в шестой раз. В Крымске представители этой профессии поздравил лично глава муниципального образования Анатолий Разумеев. В приватной беседе за чашкой чая Анатолий Владимирович выразил слова благодарности виновникам торжества. Много с вами сделали. И сегодня, наверное, только слепой может не заметить тех изменений, которые у нас в районе происходят. И они есть, даже пускай небольшие, пускай даже самые маленькие, но они есть в каждом населенном пункте. Архитектура – это настоящее искусство, корни которого исходят из глубокой древности. Это целая наука, где надежность и прочность объекта зависит от правильного планирования и точного расчета. Все эти люди вносят реальный вклад в благоустройство города и района. Сегодня мы можем гордиться не только архитектурой прошлого, но и современными решениями и яркими идеями. От самого маленького какого-то островка озеленения до, может, каких-то глобальных серьезных проектов по строительству, реконструкции или благоустройству парков и скверов на территории нашего района. Ну и, конечно же, дорогие друзья, личного счастья, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успеха во всех ваших делах и начинаниях. Наталья Корня, Михаил Чумаков, телерадиокомпания «Крымский экран».